пошел. Я так и думал. Мудак. Сейчас начнет перестраиваться, блядь. Вот Сима хуярит. Да он зачем хуярит? Он вправо уходит, и этот вправо, смотри. Бах, нахуй. Ух, ёпта, блядь. Блядь, он Сима нахуй головой там уебался, что и... Наташа, entonces ahí, bueno, ese es un regalo sin duda bastante especial. Y ahora, por otra parte, la familia Pérez, que tenga menos dinero, no sé si menos, pero pobres no son, digamos, que se lo están pasando con esto del COVID. Чё за хуйня? Ты чё?